снимай. Смотри. Военторг, индивидуальное рационное питание. Это какой-то пиздец, блядь, посмотри. Срок годности 15-й год. 15-й, блядь, ты понимаешь? Куда бросили этих пацанов? Так, подними на него, смотри. 15-й год. Что там, блядь, чтоб не думали, что это хуйня какая-то. Тушенка, хуенка, короче, блядь, просроченные пайки. Вот, ваши, смотрите. На меня подними. Блядь, не поднимай хуй сам, блядь, такое. Российские солдаты, блядь, обращаюсь к вам, вам и, наверное, вашим матерям. Какими надо быть дебилами вашим генералам, чтобы, блядь, снабжать свою армию просроченными пайками? Сейчас февраль 22 года. Вы в Украине. Вы погибаете в Украине непонятно за что. И вас еще, блядь, снабжают вот этими, сука, просроченными пайками. Матери российские, заберите своих детей отсюда, пока мы их не побили тут всех, блин. Пока они не сгнили тут все. Мало того, что будут убиты, еще будут обосранные лежать тут. Просроченные пайки, блядь, 15-го года. Вы понимаете, насколько, что они им дают? Как они вообще, они не думают о ваших детях вообще нихуя. Фу. Слава Украине, героям, слава. Путин, хуйло, блядь. Ребята, идите домой. Вас тут не ждали, мы вас не просили к нам идти. Матери, заберите своих детей обратно в Россию. Thank you.